Мы находимся на прекрасном мероприятии Country Meeting 2019. Традиционная встреча, где собираются профессионалы, которые продают технику Керхер. И каждый год, уже в шестой раз, нам демонстрируют новинки, нам демонстрируют технику в действии. Профессиональное оборудование, достаточно дорогостоящее, которое мы не можем увидеть, попробовать. Мы можем здесь увидеть и попробовать, как оно работает, оценить его и впечатлиться этим. Впечатлила аккумуляторная техника, садовая. И все самое уникальное, то, что на это используется один аккумулятор. То есть можно купить разнообразную технику, но использовать один аккумулятор и разные устройства применять. Батарея может показывать процент зарядки в процентах и в часах. Такого, конечно, нет ни у кого, сколько техника может работать. Вот, ну и бытовая техника, конечно, для дома. Я как пользователь тоже отметила новые вибрационные аппараты, которые помогают чистить именно в домашних условиях свои приборы бытовые. А я работаю в клининговой компании, поэтому знаю только о поломочных машинах и решениях для клинингового бизнеса. А оказалось, что они профессионалы во многих отраслях. Конечно, всем нам, тем, кто занимается Керхер, это позволяет нам увидеть наших партнеров, которые также работают, продвигая технику Керхер, обменяться мнениями, увидеть новинки. Очень хорошее, качественное мероприятие. В одном месте можно увидеть широкий спектр продуктов. Очень важно, это можно встретиться с разными людьми, поговорить, увидеть технику, потрогать и подержать ее в руках, попользоваться ею. Ну, хотелось бы поблагодарить только компанию Керхер и руководство за это мероприятие. Это очень познавательно, интересно. Побывав здесь, я еще расскажу своей компании, своим коллегам. Естественно, что мы будем дальше сотрудничать и идти вместе в одном направлении с компанией Керхер.